Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы находимся на линии 29, павильон 59, итальянские сумки. Оксана Рахимова и все веселит меня. Смотрите, девочки. Такие красивые девочки. Любой человек, если увидит, будет улыбаться. Смотрите, делать заказ только вот на этот номер. На WhatsApp, не на Viber, никуда, девочки. Только на WhatsApp писать, не звонить. Только писать на WhatsApp, все заказы, перевод денег только на этот номер. Никаких других карт у меня нет. Ну, я высылаю карту, там тоже должна быть Оксана Станиславовна. Так что все, заказы, все только через меня. Не через Шабана, там от Умерта. Видите, он пытается написать, только через меня. Все, давайте. Тоннели, тоннель перекатер. Вот, вот это сетик один. Я за телефон. Золото партии, не дай бог, пропадет. Там вся инструмента. Рюкзаки, да, и они большие, маленькие. Большие, сейчас посмотрим. Внимание, утеряна карта Тинькофф Банка на имя Касим Джон Али. Просьба о такой находке сообщить в радиоузел. Утеряна карта Тинькофф Банка на имя Касим Джон Али. Просьба о такой находке сообщить в радиоузел. Скажи, Алла, Алла, скажи, не предаются. Так, тау цвет открыли. Черный. Черный я открыла, это большие. Может, маленькие должны быть, по-моему, еще. Это большие картины, да? Большие. Давай, убираем большие. Так, это у нас маленькие, тоже она убирает. На красный маленький, а вот красный убирает, да, у картины. Наноси нам, чтобы не лезть еще. Дорога. Маленький вот там. Фото будет телеграм. Как раз у нас стал закончили. Давай. Закрываем ключи. Это маленькие. Они стягиваются, естественно, по-другому. Бижутерия, тонкий розницу, 10 рублей,
Настя. Это премиум, да? Подожди, я вот возьму холодный свет. Ну, какой-то ореховый шоколад. Смотрите, вот так вот сделаем, такой 18500, да, рыжий очень красивый. Горчица даже, ну не рыжий, такой горчичный, шикарный цвет. Это премиум. А, подожди, нет, наверное. Давай так, бочонки. Что-то новое, красота. Бочонки. Эти, да. Бочоночки. Вот такие по 7500. А вот дальше убираете. Вот оно, длинный ремень. А вот это вот мишки, это мужские? Вот такие сумочки. 5500. Есть дополнительный ремень. Есть ручка. А из-за цвет. Вот кто спрашивал. А, кстати, Навруш, твоя клиентка спрашивала. Помнишь? Да, я вот большая, вот этот светлую. Она стала на даче, где сразу приедут. Кто заказывал, брала, по-моему, да, она у нас, я заказывала светлую для нее, вот там, красивый, акация. По 5500. Так что... Я сейчас... Давайте вот это уберем, а потом я покажу. Ремень это какой сумки вы просили? Ремень? Желтая. Да, на. Вот такая была, да, по-моему? Такая. Вот это была модель? Да. На, да. Желтой сумке.
Потому что бывает, они могут не перепутать или что-то. А давай на ракора поднимем сюда. Потому что мне так долго. Это надо как-то. Давайте. О, сразу первое, что открылось. Смотрите, я сразу хочу сказать, это фабрика премиум-класса, расскажу сейчас. Ну, то есть он отшивал там, говорит, 30 тысяч штук. Кстати, многие можете посмотреть вот этот бренд, сколько стоят вообще кошельки. Он говорит, ну, продавал, это Лондон, по-моему, Лондон, да. Говорит, он их по 300 евро продавал, да, вот эти кошельки. Можете посмотреть логотипы, все это есть. Ну, такой вот сейчас. И что-то у него осталось, он сказал, все, забираешь, отдаю подешевле. Я его, конечно, забираю, говорит, потому что, ну вот, именно для него, говорит, я отшивал вот это все. Да, вот здесь написано. Я не могу это снять, видно, да, Лондон, все. Можете посмотреть, вот этот значок в интернете, это все есть. Они не все девочки здесь с коробками, потому что на некоторые повреждения, но у нас они стоят, каждый кошелек 6 тысяч. 6. Я еще раз говорю, заходите на сайт по 300 евро, пожалуйста. 200-300 евро. Потом вот эти аксессуары, которые не знаю, это все вот я должна была просто забрать, но мне они очень понравились, что-то необычное, я сейчас покажу все. Это идут брачьи линии, тоже это также по 200 евро продают на сайтах. Также можете, я сейчас хочу открыть, посмотреть. Мне самой интересно, ну, потому да. Что одно дело по видеокамере работать. Это, да. Это, я так поняла, что это идет цепочка. Здесь идет номер. Здесь. Ну, да, это. Я говорю, на этой фабрике кто-то привозил ему тоже это, ну, именно для сумок. Бывает такое, я говорю, я была, конечно. Была, конечно, в таком шоке, что на этих фабриках отшивают такие вещи. Ну, просто вот. Ну, она, да, пошита, но это... Ну, мне прям открыли этот сайт, показали, сколько это все стоит именно на сайте. Сколько это кошельки, это действительно, да, так. Он говорит, именно заказывал такой большой объем, говорит, я отшивал для него именно все это. Поэтому продавать это все в Италии, это, ну, почему он предложил это нам? Потому что из России далеко находимся, в Италии это нельзя, ну, то есть какой-то, это все находится все рядом, продавать ему чужой бренд, это все равно под запретом. Ну, вот у него осталось что-то вот этой, ну, фабрики, да, заказчик забрал, положено, какой ему надо был заказ, все. Ну, давайте посмотрим. Это не... Сейчас покажу. Она по... Ну, она, наверное, это... Ну, идет просто, это, наверное, не серебро, а не, конечно. Но именно идет... Такие вот. Так, это пока убираем. Вот так вот я показала. Они идут, интересно очень, текстиль. Много текстиля здесь, знаете. Видите, вот такой вот бумагой все. Королевство. Видите? Угу. Такие вот кошелечки. Может быть. Все. Смотрите. Во.
не будет. Они одинаковые? Да, эти одинаковые. Ну, я говорю. То есть вещи такие эксклюзивные, не дешевые. Я, конечно, не понимаю, почему, но да, бренд, я говорю, посмотрели 300 евро, 300, там 200 евро, такие цены. Но видите, все именно должна быть, ну, вот такое вот. Такой вот кошелечек. Ну, в Лондоне, наверное, больше вот, я не знаю, почему, но вот такой вот текстиль, да. Не то, что, видимо, этот бренд сам. Я с ним не сталкивалась, я первый раз. Мне просто стало интересно, я поэтому надеюсь, вот такой вот, вот кошелечек. Вообще запустит. Ну, а вот у них тут и брачелини написано, вот это вот, все это их бренд, да, видишь? Правильно, вот оно. В общем, ну, так, такой вот. Ну да, не обычный. Это уже, ну это, хочу сказать, что это люксовые, это эксклюзивные вещи. Это, но они видны. Да, вещи очень эксклюзивные. Вот, и вот здесь вот я не знаю, почему я говорю, вот эти вот почему аксессуары, я даже не знаю, что. Нет, это врачи. Ну вот, все идет под такие. Ну, все равно девчонки, наверное, может быть довольны. Ну, кто-то новое. Нет, ну да, да. Новые модели, новые. Красиво. Для меня это новое. Я первый раз с этим столкнулась, и вообще я даже не знаю, что, ну, допустим, как сказать, мне показали вот этот вот бренд в телефоне, когда вот он говорит, это говорит, заказчик, вот, который, и в том, что это, ну как, да, он говорит, очень много тут сшивалось, такие, пожалуйста. Поэтому я говорю, даже не все в коробке идет. Как интересно такое. Да? Так, давайте, что там коробка. Интересный. Ну, а какие мышки. Интересные. Мне просто было даже самой интересно вот такие вот вещи, ну как, потому что я говорю, я никогда. Все это идет именно оригинал.
все, все показали, рассказали. Я говорю, я немножко это, как сказать, я привыкла с кожей работать, и вообще вот такие вещи какие-то там, грустовые, да, для меня это не совсем еще привычно, поэтому я, одно дело видеть, да, там видеосвязи работают, другое дело, да. Я смотрела, да, смотрела на сайте, Улыбаемся, на этом все. Подписывайтесь на наш канал. Пишите ваши комментарии, делайте заказы. Все, девочки, всем пока-пока. Пока-пока.